Более 230 тысяч рублей алиментов недоплатил 41-летний катлашанец своим детям. Деньги на их содержание пришлось взыскивать через суд. Из материалов уголовного дела следовало, что указанный гражданин, являясь родителем двоих детей 2005 и 2014 года рождения, не уплатил алименты на содержание этих детей за период с декабря 2021 по февраль 2023 года в размере более 236 тысяч рублей. Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.